Не могу бежать. Блять, перед нами, перед нами, перед нами. В Лексусе, походу, сидит, как мы там сидели, тут разжидали, типа. Блин, а что делать? Я тут вообще кого на месте? Побегать как-то. Как? Или репикнуть попробовать. Я буду гранаты ему закидывать. Дам еще одну гранату и пойду обходить его. А мне... Ух ты, я в твою мать, в бушку хорошо! О! Зашла? Да. Это он уже наверху, я в Лексусе. Убил его. Это был этот Ахамс. Бедная моя голова. Не вытерпела. Очки. 0.25. Еще очки попал. Блин. Да, я топнул. Подожди, чат, это мы сейчас что, Ахамс двумя головами поймали? Я два раза. Кто бежит? Тихо. Не, на улице. Да, мы ФМЖ-хи словили касками. Нету, нету. Не было звука, я не слышал. Они не успели дойти, они там захлестнулись в Конкорде, скорее всего. Тебе очки, да, кстати, сломанные, ты сказала? Да. На, возьми на всякий. Ну, коридор. Закрой дверь. Дерево, дерево. Пробежали вправо во дворик. Шифтует. Вот боты его заметили. Прыгал, да? Угу. Человек с тройки пробежал, походу. Этой временки, которая, когда у меня война была, понял? Ты еще там? Временки, да-да-да, временки, я не выходил. А где, слева, справа? Окно. Там одно же окно было. Не знаю, я в стену пострелял. Это сейчас сумка моя или твоя? Это моя. Моя тогда где-то ее скинул. Второй этаж, Ань, стройка. Убил кого-то, не знаю. Кто-то с двумя оружиями. Бегал ты? Пробежка. Я слева. Заход от спаржи. Кто-то бегает со стороны Конкордии около стройки.
И тут оружие скидывает в стройке. Дам гранату. Бежим, да? Чевок, чевок, чевок. Паш. На улице за стройкой. На гранате. На стройку схожу. Он с того выхода со стройки, с твоего, с дальнего, как бы. Био. Хорошо. Звуков больше не было, аккуратно. Второй займу. Да, тут чевок был на втором. Ты на втором сейчас? Да. Прыгал, ты? Нет. Кто-то прыгал. Слышу. Слева. Ай-яй, ну сейчас смотри, сейчас отхожу, сейчас буду опять от прыжки, сейчас возможно будет, смотри. Вот, пожалуйста. Прыжок? Нет. А у меня был. Еще одного я гранаты взорвал на втором. Кусты. С какой стороны? Конкорде. Бот ходит. Здесь никто из моей сумки не стырил. По пути. Что такое челоботик где-нибудь на выходе уже? Который с пулемета там стрелял на змейской. По-любому. Вообще-то тут ворона поприметила, которого стырили. Какого ворона? Я не трогал воронов. Может, у тебя эти галлюцинации? Нет. У меня реально нету ворона. Он там был. Да не был там ворона. Куда он делся тогда, по-твоему? Ворон был черный? Да. Он кружился? Над головой. Это и... Типа я в ДБД переиграл, или что? Там тоже ж черные вороны, они тоже кружатся над головой. Значит, рядом где-то эти, получается, жулики, раз он кружится. Угу. Сидят причем. Чинят. Не двигаются. Чинят уже очень долгое время. Генераторы. Блин, почему Таркер такой не придумает? Сидит долго, чувак, короче. Им ворона заинтересовалась, начал у него кружить. Почему не? Заинтересовался. Ничего, сидит, так, подожди. Неподвижно, труп, наверное. Что это за херня там, да? Что-то там черненькое белеется. Ты по второму бегаешь. А-а-а. Ты где? Я на первом стою, на кухне. Ты, слушай, нифига мне страшно, блин. Я буду спрыгивать. Mm-hmm. Они где-то в центре у тебя уже. А тут чел сидел, я убил. Живой, нормально? Да. Тебе еще один заходит, убил. Все, окей. Аня, все это время на втором этаже, над дверью, где мы прыгаем, сидел чевок. Я говорю, что как-то за... Он моего ворона стырил, ищи ворона. Вот, вот где ворон делся, я же говорю, я не брал, блин. I not hit here, it's a lie. Oh, hi, Mark. Надо было с вороном, ну как бы посерьезнее, а не просто как бы отнестись, понимаешь? Я тебе прямо говорила, что тут был ворон. Я тебе прямо сказал, что я его не брал. Надо было насторожиться, и значит кто-то его взял. Я этого не допрыгну, я не смогу. Куда не надо прыгать, то надо просто пробежать, все вот так. Если куда есть?
смысле? Кто-то лег. Лег? По-моему, да. Ну, к нам чел может с Лексуса подойти, но... Я не слышал, чтобы кто-то ложился. Правильно, можно прибежать. Прикольно. А я думал, кстати, прыгать. Есть у него ворон? Ищу. 100 тысяч. Я забыла. Я не верю тебе. А че тогда я по фулке бегаю, короче, а муза была... Эй, земляк, мы стрелять не должна хотим, на чем-то экономить. Там... На чем-то же ты должна была сэкономить. Еще и файер не взяла, скорее всего. Файер взяла? Дай ему. Ну-ка, скинь файер, я посмотрю. Кидай файер. Ладно, сняла Степа, так и скажи. Я взяла. Я стрим потом пересмотрю. Спасибо. Джаггераня в действии, чё-то. Броник, он весь простреленный, блин. Петь, вот шутки шутками, я себе не пошла бы, короче, в этой каске, я бы же трупом была бы в самом начале, когда мы бежали. Я тоже. У меня тоже каска стюжила попадание. Там был снайпер Ваксилий. 63-й левел этот был, чел. Блин, а я вышла, я хотела посмотреть, кто там все-таки босс попал. Сейчас кота выпущу, секунду. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.